В Красноярск идут минусовые температуры. Синоптики ожидают резкое похолодание уже этой ночью. По прогнозам, температура воздуха упадет до минус одного. Днем тоже будет не намного теплее, всего 9 градусов. Возможен кратковременный дождь, а также слабый ветер до 2 метров в секунду. В конце недели в город снова вернется тепло. В выходные синоптики обещают около 18 градусов.